Инга Станиславович. Родилась и живет в деревне Ванги. Учится в Детвянской средней школе. Человек выбирает своей родиной то, что дорого его сердцу, то, что дорого его душе, что обуславливает его поведение и восприятие окружающего мира. Я родилась в Лидском районе в деревне Ванги. Этот край завораживает своими бескрайними лесами и полями, множествами красивых мест, непокорной, но гордой рекой Неман. Но судьба сложилась иначе. В течение недели я проживаю в пришкольном общежитии Детвянской средней школы. И все чаще мои мысли и воспоминания возвращаются в этот удивительный и красивый уголок нашей Беларуси. Детва – это мой маленький мир, где мне тепло и уютно. Когда наступает вечер, возникает ощущение надежности и умиротворенности. Хочется, чтобы время остановилось, но оно неуловимо бежит вперед. Моя малая родина – это все те места, все те воспоминания, которые останутся со мной навсегда. И их никто не может отнять у человека, никто не может их купить или продать. Это цветущие деревья около дома, это скрипящие качели, пение птиц, дорога в школу – это все часть души каждого. Это все родина.